Сегодня пришла печальная новость из мира спорта. На 71-м году ушел из жизни заслуженный работник физкультуры и спорта Чувашии Юрий Кузнецов. В разные годы он был деканом факультета физкультуры в Чувашском государственном педуниверситете, руководителем детско-юношеской спортивной школы, председателем Федерации спортивной гимнастики республики. В последние годы Юрий Кузнецов преподавал в ЧГПУ. Прощание с ним состоится 26 августа в 12 часов в зале ритуальных услуг по улице Гражданская.